Урок жонглирования булыжниками для какая вы часть? Морская пехота. Давить как раньше я не буду никогда. Молодец, молодец. Браво! Давно я не давил кишки наружу, давно кишки наружу не давил. И тут недавно, я совсем недавно обнаружил, что я наружу, давно наружу не давил. А вот бывало, выдавлю наружу, никто из наших так наружу не давил. И я тогда один за всех давил наружу, за всех наружу я тогда один давил. Я иногда еще давлю наружу, но это сейчас совсем не как тогда. Совсем не так мне давится наружу, давить как раньше я не буду никогда. Рекомендуете по всем парням Российской Федерации учиться жонглировать булыжниками? Это сложнее, чем мячиками. Конечно, сложнее. Немножко. Лайк, да? Нет. Или что? Не. Диане из Санкт-Петербурга. Люблю глаза твои, мой друг, с игрой их сказочно чудесной. Когда их приподнимешь, друг, и словно молнии небесной окинешь быстро целый круг. Но есть сильнее очарование. Глаза потупленные ниц, минуты страстного лобзанья, и сквозь опущенных ресниц угрюмый тусклый огонь желания. Да, я в свою очередь рекомендую всем российским мужикам и женщинам заниматься уроками жонглирования булыжниками.